В этом видео мы поговорим про одну из самых талантливых российских фигуристок настоящего времени, Александру Трусову. А именно о том, что с ней сейчас происходит и почему по результатам последних турниров она все никак не может прийти в себя и выбиться в лидеры. Ведь начиная с сезона 2019 по 2020 год, Александра Трусова была чуть ли не самым главным фаворитом абсолютно любого турнира. А за три года до этого, когда она была еще на юниорском уровне, Александра побеждала на всех соревнованиях и завоевала все возможные титулы. Это и чемпионат России, все этапы и финал Гран-при, первенство России, а также спартакиада. Техника у нее тогда была настолько идеальной, что завораживала многих, и падения у нее случались настолько редко, что ее даже сравнивали с киборгом, которая все делает без ошибок. Многие тогда говорили, что Александра Трусова – это двигатель прогресса в фигурном катании, ведь свой первый сезон она тогда начинала так резко и прытко, что сходу побила мировые рекорды Алины Загитовой. Потом добавила в свою программу еще один квад и в легкую победила на всех этапах Гран-при. Но параллельно успеху русской ракеты ее подруги и в то же время соперницы по команде Алена Косторная и Анна Щербакова тоже не сидели на лавочке сложа руки, а упорно тренировались и победили на своих этапах Гран-при, тем самым обеспечив себе участие в финале. Ну а потом между ними началась нешуточная грызня за первое место, и такую жесточайшую конкуренцию непобедимой Александре Трусовой психологически выдержать было очень сложно. Но проблемы у нее на самом деле начались еще даже немного раньше, потому что на этапе Гран-при в Канаде было уже видно, что на всю произвольную программу у Александры просто не хватает сил. И эти опасения подтвердились на турнире в Москве. У нее тогда случилось два падения. Затем к чемпионату России Трусова решила облегчить свою произвольную программу, но все равно упала два раза. А на чемпионате Европы она снова вернулась к трем своим четверным прыжкам и опять упала пару раз. В чем же причина такого падения ее результатов? И скорее всего это произошло потому, что на нее слишком рано начали вешать звание будущей чемпионки всего. Ей пророчили даже золото на Олимпийских играх, но детская психология и стрессоустойчивость не смогли с этим справиться и переварить. Возможно, из-за этого и произошел такой спад ее результатов. Но мы будем надеяться, что Александра Трусова сможет оправиться от стресса, воспрянет духом и снова станет побеждать. Ой, что-то у меня сегодня голос конкретно захрипел, блин.